Приветствую всех зрителей YouTube-канала Колбы. Поздравляю вас с наступлением предновогоднего времени, когда хочется, даже нуждится, может быть, даже чешется ощутить некое волшебство. И вот на этот самый зуд приятной свежестью ответим мы, доблестные сотрудники компании Колба. В чем же заключается замысел нашего волшебства? Все очень просто. Мы будем дарить подарки. Боже, как неожиданно, скажете вы, и будете совершенно правы. Неожиданно именно потому что вы сыграете главную роль в чудесной постановке от нашей компании. На этом канале я буду загадывать загадку, в которой зашифрован конкретный адрес магазина Колбы. Ваша задача, во-первых, не пропустить ролик, а для этого обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Разгадать эту самую загадку, прибыть в магазин и сказать продавцу фразу «5 минут». Первых трех прибывших в магазин ждут подарки. Загадка номер три. Город, в котором разворачиваются события сериала «Улица разбитых фонарей». Улица – столица Румынии. Дом – Платина по-менделеевски.